Изобретение Дмитрия Швайка позволяет создать эффект присутствия в цифровой реальности. Его можно использовать для дистанционного обучения или виртуальных путешествий. Подобные приборы применяют при подготовке профессиональных летчиков. В данном случае можно оказаться в кабине пилота. Таким образом, ему достаточно, пользователя в них достаточно повернуть голову, чтобы осмотреться вокруг. Сейчас мы видим приборную панель пилота и взлетно-посадочную полосу. Поворачивая голову налево, мы, соответственно, надо видеть, что там находится, и направо. Дмитрий Швайка рассказывает, подобные приборы стоят десятки тысяч гривен. На свое же устройство лицеист потратил только 70 гривен. Сконструировал его из мыльницы, блютуза, датчиков. Понадобились и знания языков программирования. Парень утверждает, его изобретение удобнее в использовании, чем аналоги. Для того, чтобы использовать трекер, необходимо постоянно находиться перед датчиком. Таким образом, нельзя повернуться от камеры. Это же устройство можно использовать не обязательно перед монитором, и от него можно отвернуться, и то есть использовать все 360 градусов. Готовился к конференции Дмитрий самостоятельно, рассказывает его учитель информатики. Всю работу по созданию этого прибора он провел тоже достаточно самостоятельно. Моя работа, мое содействие состояло лишь только в том, чтобы подсказывать ему, где можно получить нужную информацию. И Дима практически все лето посвятил этой работе и все первое полугодие этого учебного года. Теперь школьник планирует усовершенствовать свое изобретение и сделать его более компактным. Екатерина Параханяк, «Панорама».